Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Оксана, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодняшнее видео будет посвящено секонд-хенду, очередные мои похвастушки. Буду вам показывать, что мне встретилось за последнее время в магазине секонд-хенд. Поэтому, если эта тема вам интересна, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек и поехали! Еще пока не забыла, в этом видео будет конкурс, поэтому обязательно досмотрите его до конца, участвуйте в конкурсе и получайте приятный подарочек. Начну по традиции с аксессуара. Вот с такой сумки багет кожаный. Багет — это уже по сути тренд, перерастающий в базу, особенно вот в таком вот плане. Абсолютно простая сумка, без украшательств, без какой-то яркой фурнитуры. Вот такая вот лаконичная и простая. Мне особенно нравится носить багет, как раньше мы носили сумки-бананки вот так вот через плечо. Мне кажется, с багетом это тоже очень удачно получается и выглядит стильно. Это из очень мягкой кожи. Она похожа на лайку, в идеальном состоянии, две ручки, они по длине не регулируются. С обратной стороны есть один карман, и в целом ее можно носить как вот так вот, так и вот так. Мне кажется, разницы нет никакой. Внутри разделитель, который застегивается на молнию, два отсека, один еще карман тоже для всевозможных мелочей, и один кармашек. Понимаю, что раньше он был предназначен для мобильного телефона. Любила я эти сумки, хотя раньше я не особо обращала на них внимания, но вы знаете, что родоначальником такой формы является Fendi, и Сара Джессика Паркер очень удачно разрекламировала этот бренд, и эту сумку, и эту форму. До сих пор, по-моему, она является лицом Fendi, именно касательно сумок багетов. Багет. Сейчас даже существует такое приложение My Baguette, в котором любая девушка может создать свою модель сумки и предложить ее Fendi. И, по-моему, даже они там постоянно разыгрывают какие-то призы за самую удачную модель. В общем, сумка крутая, для меня это действительно уже становится базой. Еще я не смогла устоять перед вот таким купюрником кожаным от Mundi. Самый простой, самый лаконичный из возможных. В минималистичном стиле, ничем не украшен. Мне очень понравился цвет, он такой глубокий, винный. И внутри всего лишь отделение карт-холдер и несколько карманов для банкнот. Указано, что сделан он в Бразилии. Мне кажется, он крутой. Еще я нашла вот эту сумку Шоппер. Я фанат Редли, я фанат этой собачки Скотти. Я всегда обращаю внимание на сумки Редли. И мне никогда не встречалась сумка Шоппер текстильная от этого бренда. Я была очень рада этой находке. Здесь Скотти разные. Хочется эту сумку разглядывать, рассматривать. Но при этом это простая текстильная сумка. Здесь такая накладочка из кожи. Внутри одно большое отделение. Она довольно вместительная. И один кармашек, который застегивается на молнию. Она удлиненная, полностью принтованная с одной и с другой стороны. Мне кажется, выглядит она стильно и будет выигрышно подчеркивать образ. Еще я нашла вот такой кожаный ремень, самый простой, но такие ремни я люблю больше всего. Они чаще всего используются в моих образах в повседневной жизни. Ну, действительно, хороший такой добротный ремень, он из кожи. Она, видите, такая фактурная и очень толстая, если посмотреть в торце. Она такая прям мощная. И такая же пряжка, очень грубая, брутальная. Гранжевая. Мне нравится этот ремень. Он не на большой размер. По длине я думаю, что это S, ну максимум M. Здесь ничего не указано. Еле заметно, что это натуральная кожа. А размер и бренд я не могу рассмотреть. Еще такая широкая шлевка. В застегнутом виде выглядит он так. Простой ремень. Вы можете посмотреть, он совсем небольшого размера. Но классный. Еще я нашла кое-что из бижутерии. Вообще бижутерия у нас это печаль. Пока ее распутаешь, она просто навалена в одной корзинке, вся запутанная, один какой-то сплошной ком. И распутывать ее, я не знаю, любите вы или нет распутывать цепочки, я очень люблю. Но на это, как известно, нужно очень много времени, а нам дают всего полчаса на то, чтобы находиться в магазине, поэтому до бижутерии редко доходят руки. Вот, но кое-что
кое-что все-таки нашла. Такие вот сережки. Мне они очень понравились. Это такие кольца. Они удлиненные, вытянутые. Круглолицым тоже подойдут такие кольца, потому что они не увеличивают визуально лицо за счет своей вытянутой формы. Это классика вне времени. Такие серьги всегда актуальны. Естественно, я их взяла. Мне кажется, они очень стильно будут выглядеть и замечательно подчеркнут любой лук. Еще раз повторюсь, бижутерия, аксессуары, акценты определенные. Это наше все, потому что они делают образ завершенным. Без них все, что мы надели, это просто одежда, а не лук в целом. Поэтому, если вы такой же минималист, как и я, если вы любите базу, если вы любите однотонные, спокойные, приглушенные вещи, то без аксессуаров, без бижутерии, без каких-то финтифлюшек никуда не деться, иначе будем выглядеть очень серенько. Еще я нашла вот такую подвеску. Сейчас подвески, медальоны, многоярусные цепочки, кулоны, монетки. Сейчас тренд сезона. Здорово смотрится, когда их много. И даже если все вместе надеваются, они не будут перегружать образ, если вы надеваете обычную спокойную базу, опять же повторюсь. Здесь у меня такое сердце тяжелое. Оно пустое, пожеванное, помятое. Хочется даже фантазировать на эту тему. Аксессуар интересный, стильный. Смотрите, какой он большой. Я в нее просто влюбилась. Юбка на запах, с асимметричным кроем. Я сейчас вам покажу ее в примерке. Но она какая-то нереальная. Очень похожа на дизайнерскую. Есть косые карманы. Причем эти карманы как-то странно расположены. Один вроде бы на своем месте, а второй вот здесь, вот если вам видно. Вот здесь где-то внизу. Еще есть какие-то шлевки дополнительные. Есть шлевки под ремень. И к юбке еще шел свой ремешок с кожаной пряжкой. Выглядит она просто изумительно. Нереально стильно. С плотного хлопка она хорошо держит форму. С контрастной яркой пуговицей и с контрастной пряжкой на ремне. Мы знаем с вами, что лен сейчас мега актуален. Вообще сложно себе представить летний гардероб без льна, даже тогда, когда он не был особо актуален. У меня, по крайней мере, он всегда есть в гардеробе. Топ, блуза из 100% льна от премиального бренда Jaeger. Казалось бы, простая базовая вещь с одним накладным карманом нюдового цвета. Мне нравится, что это холодный нюд. Мне нравится, что здесь фактура льна просматривается отчетливо. Выглядит эта вещь стильно. Также мне понравился вот этот летний жакет, такой пастельный желтый, вроде бы как и желтый, но при этом не такой яркий, не вырви глаз, не цеплячий, а довольно стильный, хорошо вписывается в летний гардероб. Размер 44. Жакет простой, прямого кроя. Я вам скажу, что это абсолютная база, несмотря на этот цвет, потому что, как я заметила в последнее время, желтый цвет с огромным количеством цветов, он замечательно дружит, поэтому обязательно присмотрите. Как с пограничными цветами по цветовому кругу, так и с абсолютно противоположными, на контрасте. Чудно смотрится, ярко, сочно выглядит. У меня даже маникюр в тон к этому жакету. И мне очень понравились пуговицы. Я не знаю, будет вам видно или нет. Они такие вроде бы матовые, но с вкраплением перламутра.
выглядит интересно. И по составу 47% вискозы, 38% льна и 15% полиэстера. Я не знаю, как правильно произнести этот бренд. Если вы знаете, обязательно напишите. Не буду снова повторяться, как я люблю брюки с зашипами. Просто очередные бомбезные брюки с зашипами. Но здесь зашипы такие деликатные, они переходят стрелку. Выглядит это очень стильно и интересно. Бренд Your Sense. 180% вискозы, 18% льна и 2% хлопка. И мне очень понравился их мятный. Такая мятная пастель, очень красивый цвет, инстаграмный, я бы сказала, цвет, супер просто. Впереди есть два косых кармана, сзади карманов нет, есть шлевки для ремня. Не знаю, будет вам видно или нет, но здесь такая фактура, переплетается мятный цвет с салатовым, выглядит просто unreal. Я сегодня в основном светлые цвета, я очень их люблю, а камера моя не очень. Я надеюсь, вам хоть что-то будет видно, потому что она сильно засвечивает. Но, может быть, в примерке хотя бы будет понятно. Вот такие вот шорты на высокой посадке. Посмотрите, что творит, а? Классика, база, такие шорты люблю с жакетами носить. У нас сейчас очень жарко, я, скорее всего, это буду делать осенью только. И внизу с отворотами, мне нравится, что они плотные, хорошо держат форму. По составу 98% хлопка, 2% эластана, размер 38, сзади два кармана. Мне понравилось вот это платье, 100% шелка, это бренд Ванилия в 42 размере. Мне нравится принт и мне нравится сочетание цветов, посмотрите, какие они красивые. Платье длины миди с рукавами 3/4. Есть поясок, которым платье можно подогнать по фигуре. Мне такие платья очень нравятся. Мне кажется, это must-have. Как в летний период времени, так и зимой. Даже не столько летом, сколько зимой. Они замечательно смотрятся с сапогами-трубами, с какими-то объемными свитерами. Даже если надеть поверх и оставить только летящий низ этого платья. В общем, с ним можно поиграться. Поэтому я такие платьишки люблю. Подошли к конкурсу. Хочу разыграть вот этот мятный платок от Jacquemart шелковый.
просто волшебный по качеству, очень приятный, легкий, такой летний. Такими платками обожаю оформлять волосы, косу заплести, поверх как-то в виде ободка, хвост оформить, в общем, как угодно. Можно играться как на голове, так и в качестве пояса его носить. На шею сейчас очень модные сейчас просто вот такие вот косынки носить из шелка, тоже замечательно смотрится. Это такой полезный аксессуар для стильных луков. Условия конкурса просты: быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях «хочу». Или вообще просто какой-либо комментарий. Какая вещь вам больше всего понравилась? В общем, что угодно. Что вы встречаете в секонд-хенде за последнее время? Ну и либо плюсик. И через 10 дней после выхода видео я оглашу результаты путем случайного выбора. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. И подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм, ссылку на которую я оставляю под каждым видео. Ну а я вас обнимаю, целую. До скорой встречи, пока!